Всем привет! Всех с наступлением весны! Наконец-то сошел снег, появились первые ручейки. И Маша первый раз в своей жизни пускала кораблики. Сейчас мы с Машей вместе сделаем кораблик в технике оригами. Это, конечно же, очень рано для ее возраста, но я хочу поделиться с вами и освежить вашу память, если вы вдруг забыли, как его делать. И показать пошагово, как сделать из бумаги простой обычный кораблик, который можно потом пускать на улице в ручейках. Очень занимательная игра для улицы, поэтому всем советую. Тем более сейчас очень востребовано, скажем так. У нас вот такой кораблик готов, маленький, да, Маша? Маленький кораблик? Да, Маша. Сейчас мы будем делать большой. Давай. Складываем пополам, да, у нас тут обратка, печать Сбербанка, будет кораблик от Сбербанка. Да, складываем пополам, теперь что делаем? Еще раз пополам, смотри, Маша, проглаживай пальчиком. Убирай. Так, теперь мы разворачиваем и делаем треугольник. Ведем этот угол к середине. Бери пальчиками вот этими. Так, вот так. Проглаживаем снова. Проглаживаем тут пальчиком. Проглаживаем. Вот, молодец. Теперь с другой стороны давай. Вот так вот проглаживай. Сильнее прямо вот отсюда. Сверху вниз, как по горочке. Вот так, да? Немножко поправим. Бумага толстоватая. Надо брать, наверное, потоньше. Теперь мы сделаем вот такие вот загибики на шапочку, похоже, малярную или какую-то. Так, загибаем. Вот тут вот мы загнули и уголок прячем. Маша, прячь. Давай. Да, вот так загибаем. Так, проглаживаем, да, хорошенечко. Так, переворачиваем. Обязательно. И делаем то же самое с другой стороны. Только тут уголки мы не подгибаем. Так, давай, Маша. Сейчас я тебе загну, а ты будешь проглаживать. Так, давай. Из середины в сторону. Другой ручкой из середины в сторону. Так, теперь мы вот так вот берем. Вот так вот на бочок. И разворачиваем в другую сторону. Хорошенечко все проглаживаем, проглаживаем. Сейчас. Будет кораблик, Маша, у нас? Да. Да. Теперь мы загибаем. Еще один делаем треугольничек. Ну, не на середине, чуть повыше середины. Вот так вот. На глаз загибаем. Давай, будем проглаживать. Давай. Да, треугольничек такой. Так, теперь переворачиваем, делаем то же самое. Маша, давай, проглаживай. Проглаживай. Давай вот так из середины в сторону и другой ручкой. Немножечко туда. Будем подписывать кораблик ручкой? Подожди, Маш, подожди. Так, теперь мы снова разворачиваем вот так вот. Хорошенечко проглаживаем, а теперь тянем. Подожди, сейчас мы подпишем, давай подпишем. Обязательно подпишем. Держи вот так. Пальчиками вот этими возьми, вот так. Так, тут держи и тут держи. И тянем тихонечко. Тянем вот тут за уголочки. Тянем, тянем, тянем. Раз. И готов наш кораблик. Подпишем или нарисуем что-нибудь. Ура! Ура! Пойдем кораблики запускать, да? Да, будем. Будем запускать кораблик. Вот, гляди, как поплыл. Ух ты! Я приплыл!